Осенняя акция по озеленению Чебоксар проходит к завершению. До 21 октября в городе планируют высадить 14 тысяч деревьев и кустарников. Места для посадки определили заранее. В сквере журналистов, расположенном на перекрестке проспекта Мира и Ивана Яковлева, были посажены 200 кустов. Наш корреспондент Ольга Алексеева и оператор Александр Петров уже приложили усилия. На каблуках, кстати, не очень удобно. Это делать. В следующий раз нужно приходить в удобную обувь, как сделали мужчины, например. На каблуках или без, на время забыв про соперничество, представители СМИ города встали в одну линию и приступили к озеленению сквера. Задача журналистов – посадить 200 кустов спиреи и калины листной. Трехлетние кустарники должны с легкостью прижиться, отметила Ирина Павлова. Город Марпасад, питомник, там очень хороший питомник лесного. Лесной питомник, он заложен давно, значит, Министерство лесного хозяйства нам посоветовало брать там саженцы. Сквер журналистов заложили в октябре 2008 года. За 5 лет существования он приобрел все необходимые черты. Кроме прижившихся лип, туй, елей и кустарников, здесь появились площадки для отдыха, установлены скамейки. В этом большая заслуга как журналистов, так и администрации города. Мы уже не первый год как бы сажаем, пытаемся облагородить наш сквер Союза журналистов. Уже года 3-4, наверное, идет у нас посадка деревьев. И надеемся на хороший результат, что у нас будет он очень красивый. Озеленение – только часть работы по благоустройству территории в 700 квадратных метров. Для того, чтобы сквер заиграл всеми красками, необходимо разбить цветники, установить светильники и урны. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.